Итак, делаем эксперимент. Держи вот сюда дверь. Чтобы... Итак, делаем эксперимент. Наливаем в колу молоко. Ну-ка. Пить нельзя. Что будет у нас? Ой. Нет. Ой-ой, там могут быть сейчас... Сейчас, подожди. Сейчас ждем. И сейчас, через час. Некоторое время. Так, надо еще маленько подлить туда молока. Да, какое-то время. Ой, не надо. Почему он поднялся? Не знаю. Упс. Все равно потом все уберет. Сейчас мы их уберем. Уберет наша мамочка. Так, все, пап. Сейчас. Все. Все, закрываем, ждем. Час. Сколько? Так, эту наклеечку мы снимем отсюда, оригинал, которая... Ммм, кока-кола вкусная. Чтобы нам было видно. Сладенькая. Вот, сейчас молоко здесь будет служить как фильтр, который будет отделять всю эту кока-колу, разделять. И потом увидим, из чего сделана кока-кола. Да, увидим, что произойдет. Так, ну что ж, до встречи через час. Итак, прошел примерно полчаса, то есть час мы не стали ждать. Вот что у нас случилось с кока-колой. Ну, мне так кажется, что это, в принципе, не только кока-кола сама свернулась, но это еще и молоко, потому что мы туда добавляли молоко. Но молоко у нас повлияло на кока-колу так, что... Кока-кола приобрела вот такой цвет. Сейчас попробуем спустить газы. Что у нас? Лень, подай мне тарелку какую-нибудь скорее. Ага. Лист. Давай, давай, быстрее. Давай вот эту, да. Сейчас будем спускать эту гадость. Так что, кто хочет попить еще кока-колы, пожалуйста, вспомните этот эксперимент. Итак, все. Вот эта гадость выходит у нас. Вот это то, что мы пьем в Макдональдсе или в каком-то еще магазине. Это кока-кола. Кто желает? Лимонадик. Это реально кока-кола сама? Да. Ну, запах вкусный, запах кока-колы. То есть это не какая-то помойка, но запах действительно приятный. Но пить как-то это уже не очень хочется. Да. Да, потому что это шоколад. Да. Дай стакан еще. Стакан подай. Стаканчик. Сейчас попробуем еще в стакан налить. Этот напиток чудесный. Это пить его будет. Так, вот такой. Вот она вообще светлая какая получилась вода. Это сама газировка? Это сама, да. Кто попить хочет? Кто хочет кока-колы? Можно я попробую? И помните этот эксперимент. Сейчас я попробую, я думаю, не отравлюсь. Эту пену попробовали, даже не попили это. Ну как? Обычная. На вкус обычная кока-кола, но с каким-то непонятным привкусом. Но уже как-то пить этот напиток уже не очень хочется. Да. Ну как? Как только кошка вылезла. Всем спасибо. За просмотр. Всем пока.